Роды длились 10 часов. Александрова поведала о пополнении в семействе. Актриса Юлия Александрова поделилась радостной новостью. Она рассказала о случившемся в своем инстаграм-аккаунте. Звезда объявила о важном событии в семье, ее кошка по кличке Феликс стала мамой. Юлия поведала, что она специально вызвала врача на дом. Ветеринар принял роды, которые длились 10 часов. Александрова поблагодарила доктора за 4-часовой массаж и нежелание кесарить. Если б не количество, но бывают и исключения, то все проходило как у людей, подчеркнула артистка. Третий котенок под наркозом. И о чудо рождения. У нас тройня. Мать и дети чувствуют себя хорошо. Феликс, ты лучшая кошка. Мать, я тобой горжусь. На радостях призналась актриса. Публикация фотографии из Инстаграм. Свой рассказ знаменитость подкрепила серией снимков. На них новоиспеченная мать отдыхает в лежанке в окружении малышей. Рядом сидит молодой ветеринар, контролировавший процесс, и маленькая дочка Юли, Вера. Девочка внимательно наблюдает за состоянием любимой питомицы. Публикация фотографий из Инстаграм. Фолловеры стали активно поздравлять звезду с пополнением в семье, но больше всех их волновало, будет ли Александрова продавать малышей. Артистка заявила, что продавать хотят она не собирается. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Екатерина Гордон разбилась в жуткой аварии. Податливый Зеленский вляпался в чудовищный гей-скандал. Обрек на гибель. Зеленского обвинили в страшном преступлении. Пугачева сделала Саруханову незабываемый сюрприз. На Украине признали свое бессилие перед Россией. И многое другое.